говорит, добрый день. Мы сегодня с вами необычно, без Павла Юрьевича. Я не проверяла ни видео, ни звук. Будьте добры, помогите мне с этим. Как видно, слышно? Поставьте, пожалуйста, мне в чате, да, плюсики. Спасибо, спасибо, что вы меня сориентировали. С помощником-то оно приятнее. Ну ничего, мы справимся, ничего, все получится у нас. Похрипывает, посвистывает микрофон. А давайте тогда звук по десятибалльной. Поставьте, пожалуйста, как со звуком. Оцените именно звук. А, ну то есть, в принципе, неплохо, да? Друзья, у кого что-то со звуком не очень, посмотрите, пожалуйста, может быть, у вас тихо сделано, или попробуйте перезайти. Отлично, друзья, спасибо большое, вы меня сориентировали. Давайте тогда будем начинать сегодняшнюю нашу встречу. Сегодня мы будем говорить о информации. Это важный вообще элемент любого научного труда. Неважно, работаете вы над диссертацией или над статьей, мы все время с вами с информацией так или иначе сталкиваемся. Поэтому я думаю, что тема будет актуальна для большинства, не только для тех, кто работает над диссертацией. Я, наверное, пропущу этот слайд, думаю, что уже те, кто присоединяются к моим встречам, меня знают. Если не знаете, просто взгляни на слайд, и я думаю, этого достаточно. Что будет сегодня у нас с вами по поводу... Так, проверьте... А, это не мне, все поняла, друзья, поняла. Что у нас сегодня будет на вебинаре, чтобы вы сориентировались... Какие вопросы мы с вами будем рассматривать. Поговорим об информации, много или мало, хорошо или плохо, да, вопрос философский, но тем не менее поразмышляем. Второй момент, естественно, поговорим о том, как ее искать, где можно найти возможности оптимизации, стоит ли их искать, да, на каких этапах это делать не нужно. Посмотрим, немножечко коснемся вопроса поиска литературных источников. Где это делать? Ну, я думаю, что это вы знаете не хуже меня, поделимся друг с другом, может быть, какой-то полезной информацией, и посмотрим на цифровые данные, если они нужны для диссертации или для статьи, где их взять, откуда они появляются, берутся, да, и как их лучше применить для того, чтобы это было ярко, весомо и так далее. Ну и в завершении встречи я буквально коротко хотела бы коснуться вопроса, а бывает ли так, что информация мешает? То есть мы говорим о том, что это так важно, так значимо, и без нее, в общем-то, никуда. Может ли быть такое, что вот перебор с ней, да? Вот примерно по такому плану, друзья, мы сегодня с вами будем продвигаться. Но прежде всего, прежде чем мы начнем, я хотела вам задать вопрос. Давайте определимся, вот среди участников сегодняшнего вебинара, проблема в основном в том, что информации много или мало? То есть вы с ней справиться не можете или найти ее сложно? Давайте буквально одним словом можно... В чате основной вот этот вот момент, да, вот пока из серии много-мало, да, то есть мы чуть позже будем углубляться, я там, смелее, друзья, включайтесь, пожалуйста, много-много, обычно хватает, замечательно, в основном все-таки много, зависит от темы поиска, подать сложно. Надежда Юрьевна, стараемся держать меру. Вот это вообще такое ценное умение, малодостоверное. Вот еще какая проблема. Так, сложно фильтровать, в зависимости от темы, зависит от темы. Согласна, что в принципе зависит от темы. Сложно найти нужную информацию, достоверные ее источники. Замечательно. На самом деле тут, конечно, не один вопрос, а много-мало, много. Ясно. То так, то так. Отлично. Отлично.
Значит, друзья, да, понятно, у каждого из нас с вами есть специфика, потому что кто-то пишет диссертацию, кто-то просто занимается работой с информацией, кто-то пишет статьи, то есть у нас мало того, что разные цели. Я, конечно, учитывая, что мы с Директ Академией ведем эту рубрику для помощи аспирантам и докторантам, конечно, буду делать акцент в большей степени на тех, кто пишет диссертацию, потому что там есть некоторые особенности, но в принципе, безусловно, поговорим и о тех, кому она на короткое время нужна, потому что здесь еще и время имеет значение. То есть на самом деле у нас с вами получается ситуация, связанная с тем, что информации много, это во-первых, во-вторых, информация очень разная. Понятно, в зависимости от того, какое у вас исследование, насколько оно связано с экспериментами, с расчетами, с какими-то разнообразными источниками, но в любом случае у нас информации много и количественно, и с точки зрения ее разнотипности, да, то есть она не одинаковая. И это, собственно говоря, осложняет работу с ней, и здесь нужно понять, что с ней делать, как с ней быть. Что касается, давайте, вот различия информации, которая нужна именно для диссертации, да, то есть вообще, когда мы говорим, я пишу диссертацию, я ищу литературу, мы так словом литература закрываем как бы все наши потребности. На самом деле литература может быть представлена настолько разными типами информации, что ее нужно, конечно, себе хорошо представлять, и может быть вы на одном каком-то варианте сконцентрировали свое внимание, а какие-то другие варианты не рассматриваете, они могут обогатить, сделать вашу работу ярче, глубже, обоснованнее и так далее. Поэтому, ну, буквально в нескольких словах, потому что чуть позже я буду возвращаться к этим видам, буквально немножечко прокомментирую. Очевидно, что учитывая, что диссертация – это работа научная, серьезная, глубокая, независимо от того, кандидатская она или докторская, безусловно, основной тип литературы, которую мы привлекаем, это научная литература, это монографии, это статьи, независимо от того, это статьи в материалах конференции или статьи в журналах, вот тезисы, возможно, да, то есть вот такого типа литература, которую мы так называем, она, конечно, является основной. Тем не менее, не нужно забывать о том, что вы не первый занимаетесь изучением этой темы. Безусловно, до вас эту тему кто-то разрабатывал, и поэтому неплохо было бы посмотреть на работы, которые делались до вас, поэтому имеет смысл поискать диссертации, авторефераты и, в общем, с ними поработать. Да, в том числе для обзора, например, требуется понимание, а что другие авторы до вас рассматривали и предлагали. Поэтому диссертация, автореферата здесь тоже имеют большое значение. Еще один момент – это справочная литература. Мы часто ее недооцениваем, понимаем, что ну, мы же пишем диссертацию, но ну, что я буду писать-то, читать, то есть там энциклопедию или учебник, или там справочники какие-то. Но опять это все связано с спецификой той или иной специальности. Иногда справочная литература не просто нужна, она обязательна, поэтому мы про нее тоже не можем забывать. И, в общем, о ней помним, ее привлекаем, если она требуется. Вот вторая полоса клеток, да, она не для всех. Собственно говоря, специфические вещи тут, конечно, есть, но я скажу. Это цифровые данные, то есть это любые статистические материалы, которые вы используете в своем исследовании. Это могут быть цифровые материалы, полученные другим автором, или это официальная статистика, здесь это не принципиально. Главное, что это цифровые данные, не ваши. То есть это те цифровые данные, которые вы ищете, на которые вы опираетесь, которые вы используете, но их нужно найти, а не получить. Следующий момент информационный – это архивные данные. Это вообще тема очень специфическая, совершенно не для каждой темы они нужны. И здесь нужно взвесить, насколько они важны для темы, и если это принципиальная необходимость, то, конечно, нужно идти в архив. Если нет, то, соответственно, старайтесь не загромождать себя той работой, которая избыточна.
Если вы готовите работу там, где требуется привлекать социологические данные, результат социологических опросов, например, то тоже мы об этом не забываем. Проводить социологические опросы – дело очень дорогое. Чтобы этот опрос был качественно проведен, нужно потратить и время, и команда нужна, и серьезные финансовые ресурсы. Поэтому, конечно, чаще всего мы привлекаем эти социологические данные, просто опираясь на то, что уже кто-то для нас проделал. А следующее, это, естественно, официальные данные, которые могут быть данными фирм, например, или организаций, или учреждений. Здесь в данном случае это не важно. Главное, что мы с вами получаем эти данные для применения в своей работе, и они нам дают что-то, что не может нам дать какой-то другой материал. Поэтому, если у вас, опять же, специфика такова, что вы на примере какой-то организации, на примере какого-то региона или там отрасли вы рассматриваете, то, конечно, здесь над этой информацией тоже стоит поразмыслить, где ее взять, как ее правильно подать. А, кроме того, что такое предоставленные данные? Это данные, которые вы запрашиваете. То есть это не просто ситуация, при которой вы нашли их, да, а вы прям их попросили, их для вас сделали. Друзья, что-то у меня тут немножечко отключение произошло. То есть вы вполне, если у вас есть такая необходимость, вы вполне можете сделать официальный запрос на предоставление каких-то данных. Причем вы можете сделать его как от своего имени, так и от имени той организации, в которой вы пишете диссертацию. Вот, конечно, если вы делаете от организации, отказать вам будет более сложно, поэтому стоит использовать именно такой заход, если вам очень важно получить какие-то цифры или какие-то материалы. Кроме того, естественно, нет вроде бы такого регламента, что прям нужны иностранные источники, но мы с вами четко понимаем, что мы живем не на необитаемом острове, что не только в нашей стране ведутся исследования, но есть и другие авторы, которые работают в других странах, поэтому, естественно, материал в любом случае нужно посмотреть. Если ваша работа связана с нормативной базой, с нормативными актами, без них никуда не деться, например, работы по разным специальностям могут касаться такого информационного источника, это и по юриспруденции, и по финансам, там, и по бухучету, много-много, да, поэтому, безусловно, эти материалы мы тоже привлекаем. Чуть позже поговорим, как с ними поработать, чтобы не было их избытка. Да, здесь у нас есть одна особенность, чтобы не на плагиате не попасть, да, при проверке. Но это следующая, это тема следующей нашей встречи, поэтому я сегодня забегать туда не буду. Значит, безусловно, когда вы проводите исследование, у вас возникают результаты. Они могут иметь цифровой вид, могут иметь текстовый вид. И вот если это цифровые вещи, например, да, то понятно, что вы их будете представлять, вы их будете подавать, эти результаты. И поэтому такая информация у вас тоже будет. Ну и я так не знала, не подобралось у меня никакого другого слова, кроме как специальные данные. Что я здесь имею в виду? Что это те такие данные, которые вообще связаны со спецификой вашей работы. Ну, предположим, вы пишете диссертацию по там, искусствоведению, например, да, или по филологии, или по музыкальному искусству, и, соответственно, вы, например, используете ваши основные источники информационные, это будут те произведения литературные, музыкальные или там какие-то художественные, которые вы будете рассматривать, анализировать и так далее. То есть это нельзя вроде бы назвать книгами, да, то есть это вот некие такие специальные данные, которые, без которых ваша тема не состоится. Соответственно, весь вот этот арсенал информационный, который представлен на слайде, он работает на вашу диссертацию. Соответственно, когда мы говорим о разнообразии, информация действительно разнообразная, и все ее надо использовать. Что касается
такой вопрос, какая информация лучше, да, то есть что нам с вами, на что сделать акцент. Первое, это, естественно, на авторскую информацию, то есть очень здорово, если вы в результате своего исследования не просто там посмотрели на чужие тексты, цифры и так далее, да, а в результате своего исследования получили какие-то цифровые данные, например, или теоретические данные, и, соответственно, их преподносите в своей работе. Я почему так говорю, что очень было бы хорошо, а не то, что это прям необходимо, да? Но не открою, опять же, страшной тайны, я уже неоднократно это говорила на наших встречах, что кандидатская диссертация, если вы откроете положение о присуждении ученых степеней, вы, может быть, удивитесь, а может быть, нет, что кандидатская диссертация не предполагает исследование. Ну вот как-то так. То есть, по крайней мере, формулировки, если мы берем формулировку о докторской диссертации, то там четко сказано, что это работа, основанная на вашем исследовании, да, то в кандидатской диссертации такое требование в положении не прописано. Поэтому я и говорю о желательности, о приоритетности таких данных, потому что это самое ценное, что у вас есть в работе. И второй момент, если у вас есть выбор между данными, и вы понимаете, что вот эти данные, ну, например, архивные, или которые специально вам предоставлены, или которые вы сами с большим трудом нашли, например, да, то есть, скорее всего, это данные редкие. То есть это данные, к которым доступ не такой простой. И поэтому, естественно, если эти данные оказываются в вашей работе, это тоже плюс, потому что понятно, что вы молодец, вы их отыскали, вы их классно применили в работе, да, поэтому мы стремимся использовать, если есть такая необходимость и если есть такая возможность, мы стремимся использовать с вами не любые данные, не любую информацию, а та, которая будет вашу диссертацию делать более солидной, более обоснованной там, и так далее. Поэтому вот на эти виды данных обязательно обращаем внимание и на них акцентируем. Зачем нам вообще нужна информация? Ну, вопрос кажется глупым, понятно, что ну как, ну без информации мы не можем, мы используем для построения нашей работы, для осмысления темы, да, вообще для придания ей какого-то развития и так далее. Но на самом деле, когда мы с вами, вот чтобы не случилось информационной перегрузки, о которой мы сегодня будем говорить, да, чтобы ее не случилось, нужно четко понимать, зачем нам информация. А как только мы будем понимать, зачем она нам, мы сразу станем более как бы обоснованные и такие взвешенными, да, с точки зрения ее количественного компонента, сколько нам ее надо. А поэтому надо понимать, что вот в основном информация у нас нужна для, естественно, получения или обнаружения новых знаний. То есть мы не с потолка получаем новизну, да, мы ее берем. Мы читаем чужие материалы, у нас рождаются свои идеи, мы проводим какое-то исследование и получаем в результате нечто новое. Второй момент – это, естественно, для доказательства. Если у меня есть необходимость в работе доказать какой-то фактор, факт, который я получила, я могу прибегнуть к тому, что я благодаря применению, привлечению других данных, не моих уже, да, я обосновываю, что да, вот у меня такой результат получился, и вот у этих, например, такой, или я подставляю какие-то цифровые данные и обосновываю, доказываю, что у меня работающая модель, например, что у меня правильно выстроены тенденции и так далее и тому подобное. То есть мы четко должны понимать, что нам информация нужна не для количества, а она нужна нам для того, что у нас есть определенные задачи научные, которые мы должны решить, и она является средством достижения этих задач. Что касается, опять же, что она нам не просто так, да, в результате использования информации, которую вы привлекаете, то есть если бы представить в виде некоего потока, да, информационного, то есть какая-то входящая информация, которую мы привлекаем, есть процесс нашего научного поиска, творения, там, исследования и так далее, и на выходе у нас опять новая информация, которой не было до вашего исследования. И, собственно говоря, в этом и состоит его ценность, в этом и состоит задача привлечения информации, чтобы получить вот этот новый результат. И здесь нужно не забывать о том, что мы обычно просто, друзья,
Вот кто пишет диссертацию, вам, наверное, и научные руководители постоянно говорят: научная новизна, научная новизна, научная новизна. И как-то вот научная новизна, она, ну, уже застряла достаточно в голове. И да, понятно, да, новизна, конечно, у меня должна быть. Но помимо этой научной новизны, или точнее говоря, не помимо, а вместе с ней, да, потому что эта новизна, из нее проистекают эти вещи. У вас должна быть теоретическая значимость, практическая значимость. Вы должны апробировать свои предложения, не просто их дать, да? И, естественно, у вас должны быть какие-то выводы. Вот вы сделали свое исследование, и что из этого? То есть, что мы получили в связи с этим? Поэтому, безусловно, вот эта связка от того многообразия литературных и цифровых источников, которые вот раньше на слайде были, и вот этот слайд, то есть ту информацию, которую вы должны получить в результате, да, вот это очень важно, чтобы вы четко себе, ну, где-то зафиксировали, взяли себе вот это на вооружение, потому что очень часто встречается такая ситуация, когда люди набирают информации много-много-много, вообще забывают вот о том, что представлено на слайде, может быть, только новизна, да, а потом начинается ситуация, когда все остальное, извините, притягивается за уши, то есть когда мы начинаем это выдумывать. Поэтому, чтобы вот этого не было, мы должны сразу четко понимать, что мы возьмем эту информацию и в результате ее применения в своем исследовании получим вот эту. А где же ее взять и как же ее так брать, чтобы вот этого вот сумасшествия с ней не случалось? Потому что я провожу много консультаций, и как раз вот все, что связано с информацией, вызывает большие вопросы и много вопросов, потому что вроде все понятно, вот вроде все, о чем мы сегодня будем с вами говорить, это все очевидно, простые вещи и так далее. Но тем не менее, вот она какая-то магическая, эта информация, что она не поддается так просто, да? Давайте разберемся с этапами поиска информации, которые позволят вам, если их правильно организовывать, то уже даже вот проходя через эти этапы, мы можем сократить вот этот информационный поток, который на нас с вами обрушивается, и потом мы с которым просто не представляем многие, что делать. Поэтому очень кратко я сейчас на этом слайде вот все представила, расскажу, а сейчас мы каждый этап рассмотрим подробно и как раз внутри этих этапов вот раскроем те позиции, которые позволят минимизировать эту информационную нагрузку, которая возникает, и как-то оптимизировать этот процесс, если это вообще возможно. А вот первые два шага, которые возникают до поиска информации, обычно про них забывается вообще. Почему? Ну, мы, во-первых, постоянно спешим. Во-вторых, если научный руководитель ограничил ваше время, он сказал: все, тема выбрана, вот у тебя там план есть, все, давай беги за литературой. Да? Вы прибегаете там в библиотеку или садитесь за компьютер, и все, вы уже в процессе. У вас уже сразу третий шаг. Это нормально? Да, в принципе, нормально. Ничего страшного, можно и так. Но если мы пропускаем два шага, вот первое, возможно, мы вот этот сам первоначальный поиск организуем неэффективно. Поэтому желательно на эти два вопроса, что и где, ответить. Сейчас чуть позже я о них поговорю, да? Вот пять следующих шагов, которые выделены жирным, это те шаги, которые нам с вами однозначно известны, которые, казалось бы, понятны. И, в общем-то, тут, может, тайн никаких нет, но, тем не менее, мы сегодня на них посмотрим еще, возможно, с новой стороны, а, возможно, со старой для кого-то, да. И последний вот этап, который означает, что мы возобновляем этот процесс, да, мы что-то опять ищем, тоже о нем не стоит забывать, и, в общем-то, его иметь в виду. И тоже вот дойдем до него, проговорю, стоит, не стоит, когда стоит и так далее. Давайте вот прежде чем я сейчас начну каждый этап чуть-чуть комментировать, друзья, давайте я вернусь на предыдущий слайд, а вы мне, пожалуйста, напишите, чтобы я просто больше внимания уделила тем этапам, на которых у вас возникают какие-то сложности, прямо циферками. На каких этапах в основном у вас возникают сложности с информацией? Потому что ее много практически на всех этапах.
соответственно, ее обрабатывать там или еще что-то. На каких-то этапах мы только делаем. Так. Отбор, фильтрация, поиск, использование, отбор, фильтрация, систематизация. Угу, первый этап, пятый, седьмой, третий, четвертый. Вот смотрите, ни у кого нет проблем с вопросом, где искать. Вот это однозначно понятно. Шестой, мой любимый этап, Михаил Павлович знает, значит, как это делать, может быть, с нами поделится сегодня своими секретами. Друзья, здорово, вот только два человека осознались, что вопрос, где для них актуален. Ничего страшного, мы сейчас пробежимся по всем этим этапам. Благодарю вас, друзья, за то, что вы меня сориентировали. В принципе, почти для всех разные этапы, но вот четвертый, да, вот он как-то, по-моему, если я правильно прикинула, то он как-то, да, систематизация и хранение тоже немножечко впереди. Хорошо, давайте тогда по каждому этапу пробегаться, если у вас будут возникать вопросы, вы прям на этих этапах их задавайте, чтобы мы потом не пропустили то, что нужно. Значит, во-первых, когда мы с вами на первом этапе, который чаще всего пропускается, да, мы должны определить, что и для чего мы ищем. Во-первых, это тип данных, которых мы ищем. Ну, понятно, если я ищу, там, допустим, статьи, то мне, наверное, в одном месте стоит искать их. Если я ищу монографии, возможно, то место, где есть статьи, оно либо не годится, либо оно не очень подходит, либо подходит, но тогда мне это надо сразу учесть. Если я ищу там, допустим, нормативные акты, это вообще совсем другое место, да? Если я ищу диссертации, авторефераты, несколько мест, и надо знать, а где диссертация есть, например, в открытом доступе, да, потому что где-то я могу их увидеть, что они в принципе есть, могу, конечно, через поисковик искать, но это неэффективная задача, да? То есть вот надо четко себе понять, что мне нужно. Исходя из этого, я потом буду принимать решение, где я буду искать. Второй важный подвопрос – это для чего я ищу. Вот если я ищу для статьи, то у меня вообще проблем нет. У меня есть маленькая тема, я знаю, что мне нужно только вот по этой теме. И, в общем-то, тут нет никаких вот таких сильно заморочистых моментов. Нашел, прочитал, все, что не надо, убрал, то, что надо, использовал, вот и все проблемы. Когда же мы берем диссертацию, особенно, дорогие, вот кто пишет докторскую диссертацию, да, у вас огромная работа и по структуре, и по объему. И поэтому, естественно, представить, что человек сразу пошел и нашел на всю, под всю диссертацию, всю литературу, такое тоже бывает. Но не думаю, что это целесообразно. Все-таки целесообразно искать по кускам. Может быть, вы ищете по пунктам, может быть, по главам, может быть, по фрагментам, может быть, вы уже изучаете эту тему давно-давно, и вдруг вы, у вас повернул, открылся перед вами какой-то новый аспект темы, вы его еще не осматривали, и вот для этого куска вам нужно найти материал. То есть вы не перебираете уже по всем ключевым словам, которые есть по вашей теме, ни в коем случае. Вы будете искать только вот под этот запрос. Ну и, естественно, то, что мы тоже иногда мы пренебрегаем. Для какой цели мы ищем этот материал? Предположим, если я пишу первую главу, и у меня должна быть обзорная какая-то информация, да, мне нужно понять, кто над чем работал. Ну, конечно, наверное, приоритетны для меня будут диссертации и монографии, все-таки более серьезные работы, потому что если у какого-то автора есть статья, например, это же не означает, что он там очень глубоко изучал эту тему. А вот если у человека есть монография, есть диссертация, то есть это более глубинное изучение, возможно, для того, чтобы сделать обзор тех исследований, которые были до меня, мне это намного полезнее. Другая ситуация, да, вот когда мы, например, уже к новизне переходим, очень частая проблема в новизне состоит в том, чтобы доказать, что это новизна. Вот, а как вот, вот я-то знаю, типа, что я же автор, я вот знаю, что это новизна, да, а как доказать, да, а для того, чтобы доказать, нужно сравнить.
Вот этот автор делал так-то, этот так-то, этот так-то, а мы предлагаем совершенно другой подход. То есть, возможно, вам необходима информация для сравнения. Кроме того, иногда бывает нужна информация для того, чтобы доказать что-то. Тогда это однозначно должна быть какая-то, может быть, несколько раз встречающаяся информация, то есть не один источник, да, то есть вот эти три момента, как только вы соориентировались с ними, становится чуть более понятно, что искать на третьем этапе, когда мы поиск начинаем. То есть если мы вот этот вопрос проработали, у нас будет меньше информационного мусора в поиске, потому что мы сразу понимаем, что вот это мне не надо, и это мне тоже не надо, и я даже брать это не буду. Потому что, друзья, помните, когда вы это возьмете, это означает, что вы эту информацию по всем другим этапам должны будете прогнать, вы на это потратите время. Поэтому лучше все-таки вот осознавать, что мы ищем. Второй момент. Где искать? Казалось бы, ну что тут... Какие тут могут быть проблемы? В интернете или там в библиотеке? Ну, не все так просто. Интернет – это тоже неоднородная система, да, там есть электронные библиотеки, есть сайты организации, есть там базы данных и прочее подобное. Поэтому, опять же, в зависимости от того, что я ищу, я понимаю, где мне лучше это искать. Понятно, что сейчас мы с вами находимся в таком, ну, вообще в таком, на таком состоянии технического развития, да, что мы вообще можем все искать, не выходя из дома. Пожалуйста, есть электронные библиотеки, они самые разные, есть всевозможные научные базы информационные, да, иностранные, российские, поэтому, пожалуйста, можно их использовать. С одной стороны, это быстро, вы можете каждые там, 15-30 минут свободного времени на это потратить. Во-вторых, это удобно, вы нашли, сохранили, да, и кроме того, не всегда даже нужно сохранять к себе, можно сохранить прямо внутри вот этой системы поисковой, где вы осуществляете поиск. Но удобно-то удобно, но не всегда в этих библиотеках вы найдете то, что вам нужно. Особенности темы, особенности специальности и так далее. То есть библиотеки нормальные, обычные библиотеки никто не отменял. И поэтому, естественно, в библиотеку мы тоже идем. Если мы в библиотеку идем, значит, мы четко должны понимать, как мы там будем в библиотеке работать. Для того, чтобы это, этот поиск, опять же, был для нас эффективным. Архивы – это тоже очень особенная вещь. Почему? Потому что вы там будете очень зарегулированными возможностями. Да, это нельзя, вот это вот можно, а это только вот так, а это только по-другому. Поэтому, опять же, если уж есть необходимость, то когда туда отправляетесь, предусмотрите вот эти все особенности для того, чтобы максимально эффективно поработать в архиве. Сайты, безусловно, базы данных, если мы ищем правовые, да, безусловно, здесь имеет смысл, может быть, даже проконсультироваться с библиотекарем у себя в университете, для того, чтобы вам подсказали, как правильно, например, организовать поиск наиболее удобным образом, да. Кроме того, естественно, различные сайты статистических или там социологических организаций, куча их разных, можно воспользоваться. Ну и опять же, отвечая на вопрос, где, это не всегда открытые источники, это могут быть какие-то другие источники, может быть, куда-то нужно опять же ножками сходить, договориться об этой информации, да, поэтому все это используем, если это необходимо. Когда мы начинаем поиск, вот, кстати, друзья, мне интересно было бы узнать, вы его самостоятельно ведете, этот поиск, или вы его, как я написала, отдаете на аутсорсинг, да, то есть, или вы перепоручаете кому-то, ну, просто вот буквально один-два, и один это самостоятельно веду, два это прошу кого-то. Угу. Еще, отлично, отлично. Друзья, ну, просто вот... Просто вот у меня вызывает восхищение, потому что я абсолютно такой же сторонник самостоятельного поиска, но иногда бывает, иногда бывает такая задача, которая, например, должна решаться в короткое время, да, и, соответственно, у вас нет, например, в этот момент времени для того, чтобы... Вот видите, Евгения Юрьевна у нас ищет для других.
Запомнить надо, да? Может быть, нужно будет воспользоваться. То есть, смотрите, когда мы ищем самостоятельно, безусловно, это вариант более приоритетный, чем второй. Но мы же должны учитывать с вами, вот, знаете, часто бывает проблема с подготовкой диссертации, связанная с тем, что мы какой-то идеальный образ себе в голове нарисовали, и вот... Смотри-ка, это у меня отличается от идеального. Как плохо. Нет, друзья, нам нужно научиться писать диссертацию, совмещая со своей жизнью. Поэтому, если у вас сейчас нет возможности искать литературу для статьи, для диссертации, да, то вот этот этап спокойно можно передать другому человеку. Качество я написала, да, что здесь качество может пострадать, потому что другой человек не знает, собственно говоря, что конкретно вам нужно. То есть здесь задача как раз в том и состоит, что если вы отдаете этот поиск, передаете другому человеку, неважно, студенты, там, муж, жена, дети или специалист библиотеки, здесь это не принципиально. Самое главное, не принципиально, конечно, качество будет меняться, но самое главное правильно поставить задачу, как в любом деле, да? Да? Что конкретно искать, сколько искать, звук пропадает у Надежды Юрьевны, у кого еще звук пропадает? Друзья, как со звуком? Если нормально, поставьте плюс, пожалуйста, чтобы я понимала, что я продолжаю. Отлично, спасибо. То есть, смотрите, вот у кого пропадает, попробуйте, друзья, перезайти, пожалуйста. То есть наша задача, если мы отдаем другому человеку на поиск, мы обязательно должны над качеством поработать. То есть задать такие ключевые слова, чтобы нам нашли ровно то, что нам нужно. Ограничить количественный поиск, чтобы нам не нашли слишком много. Поэтому вот здесь можно оптимизировать этот этап, он спокойно оптимизируется, но тогда, понимая, что вы сэкономите свое время, да, вы должны четко понимать, что от того, насколько качественно вы подберете эти ключевые слова для поиска, насколько качественно вы поставите задачу, что искать, да, где конкретно искать, тем лучше вам потом будет на следующих этапах. Вы же литературу-то не просто так собираете. Поэтому вот этот этап может быть оптимизирован, но с осторожностью и с качественной вашей подачи, тогда все будет нормально. Если мы ищем самостоятельно, как поступает большинство из участников нашего вебинара, как я, например, тоже делаю, я всегда литературу ищу сама. Что значит повышаем качество поиска? Казалось бы, мы и так, когда сами... Да, это аутсорсинг, это не вы делаете. Значит, что касается качества, да, мы на каждом этапе работаем над качеством, потому что чем качественнее сделаете вы или кто-то, тем проще будет реализовывать другие этапы. Во-первых, когда вы нашли литературу, обязательно смотрим аннотацию. Поэтому всегда, когда пишем сами статью, пишем аннотацию так классно, чтобы по ней сразу было понятно, что вашу статью нужно бегом читать. Поэтому просматриваем аннотацию. Если это крупная работа, например, монография или диссертация, просматриваем оглавление. Но, безусловно, диссертации вы можете сразу сходу все собирать по вашей теме, а потом уже вы подумаете, как их применить. Либо их в обзоре, либо вы будете где-то ссылаться на, когда будете делать свою методическую часть, например, что они так делают, а вы вот так делаете, да, или обосновывать что-то будете. Неважно, диссертации можно все собирать по своей теме. А вот монографии нет, не стоит ими увлекаться, тем более это крупные произведения, они требуют время на чтение. Ну и если мы говорим, что просматривать текст, то это буквально беглый взгляд, то, что мы называем чтение по диагонали, да, то есть либо я вот увидела, что вот этот кусок мне интересен, я могу вот этот кусок прочитать, остальное все пропускаем. На этапе первоначального поиска мы ни в коем случае не вовлекаемся в чтение, иначе этот этап будет очень долгим. Более того, даже если вы начнете читать, вы на этом этапе не всегда поймете, подходит или не подходит. Поэтому это вот на этом этапе может быть напрасной тратой времени. Ну и естественно, все, что вы находите на этом этапе, мы обязательно должны сохранить. Либо сохраняем прямо внутри сервиса, либо сохраняем к себе на компьютер, либо, если это библиотека, снимаем копии, например, да. В любом случае, самое главное, выбираем самый приемлемый для нас формат.
То есть, если, например, я сохраняю в электронном виде, и я понимаю, что я, например, буду цитировать этот текст, если у меня есть возможность сохранить его в Word-овском формате, естественно, я его сохраняю в этом формате, потому что оттуда можно будет сделать прямое цитирование, я могу взять цитату на автора, сослаться, не перенабирая это руками. Если я, например, ищу цифровые данные, естественно, для меня тоже важен формат этих данных, чтобы вы ни в коем случае не сохранили в таком формате, когда вам потом эти данные придется руками набирать. Я просто встречала такие сюжеты, поэтому ваше внимание к этому привлекаю. Ну и, естественно, самое главное не только сохранить, например, текст источника, который вы нашли, но и его библиографические данные. То есть, чтобы не было такого, что вы кусочек статьи сохранили, например, да, потому что она вам потребовалась, а когда вам надо на нее сослаться, а вы уже и не помните, где вы ее нашли, потому что это, конечно, очень снижает качество поиска, если вы не озадачиваетесь сразу же библиографическими данными. Что касается отбора или фильтрации, вот когда мы с вами осуществили первоначальный поиск, теперь, во-первых, мы в процессе поиска, да, всегда себя как бы сдерживаем, для того, чтобы не набрать лишнего. Опять же, как определить, сколько надо вообще этой литературы? Ну, во-первых, посмотрите, безусловно, диссертации, вы же набираете диссертации по своей теме, посмотрите вашу специфику, ваши специальности. Сколько объем диссертации, сколько обычно список источников. И ориентируйтесь примерно на такой же список. Соответственно, если, например, в среднем варианте 150 страниц диссертация, там 150 источников, да, то и 3 главы, например. Ну, понятно, что примерно по 50 источников, хотя, конечно, вторая, третья глава не будет настолько насыщена ссылками на информационные источники, как первая, потому что она подразумевает именно обзорную составляющую, да, но тем не менее, примерно-то вы можете сориентироваться. Поэтому вот как только вы увидели заветное там число 30, 50 или сколько вы для себя решили отобрать, то ставьте точку. А когда мы подобрали источники, мы начинаем их отбирать. А вот на этом этапе однозначно никаких помощников вам не стоит привлекать. Почему? Потому что только вы знаете свою идею. Вы придумали, как ее подать, вы знаете, как ее раскрутить, поэтому, безусловно, только вы и никто другой. Второй момент. Значит, когда мы с вами, вот перед нами там 50 источников мы нашли, статьи, монографии там и диссертации, например. Самый главный критерий, который мы используем для отбора информации, это ее качество. То есть, если вы нашли, вот почему я не сторонник того, чтобы искать просто через поисковик. Да я не знаю, откуда это вообще туда возникла эта информация по этому адресу. Она достоверна, недостоверна и так далее. Да? Поэтому лучше всего, конечно, официальные какие-то библиотеки, сайты официальные, да, и так далее. И поэтому мы качественную информацию, которая у нас не вызывает сомнения, мы ее как бы откладываем в одну сторону. Информация, которая нам понравилась, но мы, допустим, сомневаемся вообще, пойдет, не пойдет с точки зрения качества. Я не знаю, допустим, мне нравятся в статье цифры. Но цифры эти посчитал автор. Как он это сделал, я не знаю. А может, он их вообще не считал, а может, он их вообще откуда-то взял. Да, то есть вот такие цифры у меня под сомнением, надо ли мне их брать, да, потому что, ну вот, а вдруг они не совсем. Поэтому вот первое, мы отфильтровали информацию по качеству, это безусловно классное, это под сомнением, вот у вас две кучи возникло. Второе, сколько нам нужно, да, допустим, в этой там стопке у нас оказалось 40 источников, в этой стопке у нас оказалось 10 источников. Те, которые под сомнением, вы пока их вообще не трогаете, оставили их в покое. Вот у нас 40 источников. Я, например, подбирала первую. Если классный, достаточно сомнительный вообще. Конечно, конечно. То есть, что значит оптимизация, что значит фильтрация? Мы понимаем, что это временные затраты. Зачем, если мне хватило классной литературы?
Я потом ее прочитаю, вот эту сомнительную, ради интереса, ради какого-то собственного развития, но я не сейчас, не тогда, когда я пишу диссертацию, когда у меня супер много задач передо мной стоит, я не буду на это тратить даже время. Поэтому вот это важный момент. Второй момент. Вот перед вами 40 источников, и вам нужно понять. И вы, например, начинаете думать, что же я буду читать в первую очередь. Безусловно, можно читать информацию по главам. Во-первых, ни в коем случае не читайте все подряд. То есть, если вы прочитали все подряд, все эти там, допустим, 40 источников, у многих так устроено восприятие, что все, что мы прочитали первоначально, как бы вы читая, зачитываете, да, вот то, что было изначально. По возрасту информация, это все к качеству, да. Безусловно, она должна быть актуальные, безусловно. Причем, друзья, те, кто пишет диссертации, многие говорят, я буду вот искать за последние 5 лет. За последние 5 лет, да, но вы же не завтра будете защищаться, да, то есть нужно еще более больше искать вот из современных источников, потому что к моменту вашей защиты ваш список литературы должен быть актуальным, новым, а он же немножко-то устареет, вот эти, которые там на первых годах в этой пятилетке, они же уже будут более старые, поэтому вот это тоже мы учитываем. Самое главное нам определить, что нужно читать. А читать можно следующим образом. Вот это согласна, но смотрите, Михаил Павлович, это же ведь не старые, типа вот там 5 лет или 7 лет назад, это прям совсем старые, согласитесь, да, вот это вот какие-то, да, то есть это книги такие фундаментальные, основательные книги, которые написаны давно, вот ключевое слово. Конечно, эту литературу стоит привлекать, но не из серии, когда там, ну, 10, там, 12 лет, например. Хотя эти источники тоже, безусловно, должны быть. Что касается того, что мы читаем. Читаем мы опять под задачу, либо под новизну, которую мы хотим посмотреть, либо под конкретный пункт, который мы его собираемся написать, либо какой-то кусок материала, который я вообще не знаю в своей теме вот этого материала. И я начитываю, чтобы в нее углубиться. Поэтому из этих 40 источников вы отфильтровываете на несколько, возможно, частей, может быть, на две части, да, вот по этому принципу. Что я буду читать сейчас, сразу, да, либо что я точно пока читать не буду, может быть, это длинное, может быть, это сложное, может быть, я еще не готова это воспринять, еще в тему так не погрузился. Поэтому прежде чем переходить на следующий этап, фильтрация должна пройти по вами, по количеству, по качеству и по тому, что мы будем читать сейчас, на следующем этапе, что мы будем использовать или анализировать. Основные принципы, которыми стоит руководствоваться, когда вы осуществляете фильтрацию или отбор. Целенаправленность. Вообще полюбите вопрос «для чего?». Для чего вам вот эта конкретная там, книга, статья? Для чего вам эта таблица? И так далее. То есть задавайте себе этот вопрос почаще, он очень помогает, потому что он вас ориентирует на конкретную цель, а не просто лишь бы было, да, потому что этот вариант нас совершенно не устраивает. И, кстати говоря, если из серии взять побольше литературы, чтобы потом получился больше объем диссертации, друзья, если вы правильно технологию выбираете подготовки диссертации, то у вас объем сам по себе наберется. Ну, я сам по себе, конечно, преувеличиваю, но он наберется без раздувания вот этой вот водой или там еще чем-то. Поэтому вот эту задачу перед собой набить диссертацию, она вообще не ваша задача. Следующее – это выборочность. Если у меня, вот то, о чем мы с вами говорили сейчас только, если у меня несколько источников, вот этому я автору доверяю, а этого автора я еще не знаю, вот это меня уже устраивает, я посмотрела по диагонали, я выбираю, это я не поняла, я пока откладываю. То есть мы выбираем, то есть основной этап фильтрации состоит в том, что я по разным параметрам разделяю литературу на какие-то стопки, там, куски, файлы и так далее, не файлы, папки, да.
Ну, естественно, достаточность. Естественно, достаточность, если, вот как мы сейчас только говорили, я понимаю, что у меня есть 20 хороших источников, я начинаю с них, а потом смотрю, а надо ли мне еще. Если мне надо, то я и не читаю. Соответственно, когда мы переходим с вами на следующий этап, очень важный, то есть вот мы разделили на части, и мы теперь начинаем прорабатывать. Мы берем вот эту часть, самую главную, которую мы отобрали для работы, все остальные мы пока отодвинули на более сложный момент, дальний момент, да, и, соответственно, мы начинаем работать. Вот здесь есть особенности. Работаете вы с литературными источниками или с цифрами? Значит, если мы работаем с литературным источником, наша самая главная задача – изучить, то есть прочитать. Вот на этом этапе мы уже читаем, и мы определяем, нужно мне это или не нужно, я это буду использовать или нет. И когда я принимаю решение, буду ли я использовать или нет, я себе должна ответить на вопрос, как я это собираюсь использовать. Этот материал я буду цитировать, этот материал я сошлюсь просто на эту идею. Эту статью я просто приведу в качестве обзора тех исследователей и исследований, которые были до меня. То есть вы, когда работаете с источником, что значит обработан источник? Значит, я понимаю его, я его освоила, да, и я его определила, как и где я буду его использовать. В первой главе, в третьей главе, для какой цели он мне, да, и как именно. Цитировать или ссылаться, или я буду делать там на основе этого источника, может быть, я наоборот его там покритикую, сделаю иначе, да, то есть вот эти вот вещи на пятом этапе нужно обязательно для себя определить. И если мы работаем с цифрами, цифровой материал к вам может попасть очень разными способами. Иногда он размещен на специализированных сайтах, в специализированных форматах, там, в форматах определенных программ. И поэтому просто взять, например, там, превратить это в таблицу не всегда возможно. Поэтому изначально, если есть выбор по форматам, берем самый удобный. Если нет, то придется руками превратить эту информацию в нужный вам вид. В вид таблицы, графика, диаграммы, чего угодно, но то, что вы собираетесь использовать. Да? Кроме того, цифры нам не нужны просто так, мы должны их проанализировать, установить больше-меньше, тенденции, там, как это, динамика, еще что-то, какие-то зависимости посмотреть и так далее. То есть вот проведение анализа – это, конечно, очень важный момент в работе с цифрами. Ну и опять же, вот этот вопрос, где и как я буду использовать эти цифры, он тоже должен у меня возникнуть, чтобы я понимала, что вот эти цифры мне нужны для того, чтобы показать, что моя модель работающая, а вот эти цифры мне нужны для того, чтобы провести апробацию моей методики, а вот эти цифры я использую тогда-то, потому что мне нужно обосновать вот этот тезис. И это нужно, вот если источник проработан, значит вы определили ему место. Если вы проработали источник и поняли, что он никакой, ну бывает такое, значит мы его безжалостно убираем в сторону, но, друзья, вы же посвятили ему время, вы его прочитали, мы его относим в список литературы. То есть даже если вы не будете его цитировать, да, не надо искусственно что-то цитировать, если ну, не случилось, да, то, соответственно, пожалуйста. А почему? Вдруг я здесь говорю о возможности оптимизации на этом этапе тоже, хотя, казалось бы, тут-то уж вообще автор должен делать. Я здесь имею в виду колонку с цифрами, потому что, опять же, иногда жаль тратить время на их компоновку, на их размещение, на их там красоту, да, и поэтому иногда вот это можно передать другим людям, а уж, естественно, анализ и определение, где как именно вы будете использовать, это, конечно, ваше авторское решение, тут только вы. Что касается систематизации и хранения. Вообще этот вопрос, я считаю, он не актуален, когда вы пишете статью. Почему? Потому что вы нашли литературу или какие-то информационные источники на короткий промежуток времени. Ну, я не знаю, неделю, две, месяц, может быть, если это какая-то большая, серьезная тема, прошу прощения, может быть, вы подольше поработаете, но это все равно обозримое количество времени. Это не годы, вот так давайте я скажу, да?
А если вы работаете с литературой в рамках подготовки к диссертации, то важнейшая особенность, которая здесь возникает, это многократность ее использования. То есть вы литературу найдете, прочитаете, отфильтровали, разложили, да, и вы к ней будете возвращаться, возвращаться и возвращаться. Поэтому ваша задача так организовать ее хранение, чтобы вы знали, где она. Храним только обработанные источники, то есть вот не валим валом все, да, то есть мы на этапе обработки с вами, допустим, брали там 20 источников, 18 оставили, 2 отмели, просто в список литературы его разместили. Что делаем с этими 18 оставшимися обработанными источниками, которыми мы будем возвращаться и которыми мы будем работать дальше? Во-первых, мы их разделяем. Вот когда мы их уже простудировали, просмотрели, теперь-то мы их готовы отнести к конкретной папке. Независимо, в электронном виде вы или в бумажном виде имеете ресурс, источник, да, неважно. Мы его должны как-то систематизировать. Чаще всего систематизация идет по пунктам плана, либо по положениям новизны, либо по тематикам. То есть у меня внутри диссертации я рассматриваю вот такой блок тем, вот такой и вот такой. Можете вот так разделять. Но вы сами для себя должны определить, как для вас систематизация проще. Если вы работаете по пунктам, у вас технология работы и подготовки текста такая, что вы пишете по пунктам, ну и формируете эти папки по пунктам. И у вас в каждой конкретной папке будет находиться та литература, которая нужна для этого конкретного пункта. Что касается электронных и бумажных материалов, здесь есть определенные особенности. Казалось бы, по папкам я и другое могу разложить, здесь есть сходство, но различие в чем состоит? Если у меня бумажный источник, грубо говоря, я его принесла домой, я его не потеряю. Я могу куда-то его заложить, в этом смысле потерять, но он у меня никуда не денется. Если же это у меня электронный источник, то обязательно рассматривайте возможность, как продублировать эту информацию. Либо вы в облаке храните для того, чтобы вам доступно было вообще хоть откуда, с работы, ну, там, из дома и так далее. Тогда вы прям там формируете вот эти папки, не просто туда забрасываем, не просто на флешку, например, забрасываем, а прямо вот как у вас на домашнем компьютере, например, прошла систематизация, ровно так и переделываем. Безусловно, да, то есть мы пошагово, да, у нас, опять же, когда мы работаем со статьей, ну даже мы разложили это вот на начало, это на основную часть, это на концовку, да, например, мы можем так действовать. Но ее, во-первых, мало, во-вторых, мы не будем долго ей пользоваться, в-третьих, скорее всего, это будет достаточно простая литература с точки зрения, что там не будет много монографий, например, да, а тут надо это все учесть, и у нас многоступенчатая систематизация будет. Но я, конечно, в рамках такой короткой встречи не могу вот прям все детально рассказать, да, но если у кого-то есть такая интерес, там, интерес, потребность или еще что-то, безусловно, приходите с Директ Академии, мы проводим курс «Технология подготовки успешной диссертации». Приходите, мы там эти вопросы рассматриваем. Что касается систематизации и хранения, если вы какой-то материал не прочитали, помните, мы говорили, да, мы 50, например, нашли источников, а там 10 оставили в сторонке. Вот эти 10, они вот так кучкой у вас и лежат. Не надо на них время тратить, даже на систематизацию. Они у вас хранятся до будущих времен, и пусть хранятся. Мы работаем только с теми источниками, которые отобраны. Соответственно, когда мы с вами сделали это все, все, у нас все по папочкам, все по файликам, все нам понятно, где что брать, да, мы начинаем писать текст. Когда мы беремся за текст, очень важнейшей задачей становится использовать этот материал максимально. То есть, может быть, вы не один раз будете ссылаться на этот литературный или там цифровой источник. Может быть, вы будете там его представлять там здесь на текст, здесь на цифры, здесь вы согласны, а здесь вы против, например, да. То есть вот это мы не забываем, что, опять же, не из серии, что на каждый чих нам нужен отдельный источник. Да, мы можем ссылаться на источник несколько раз, это нормально. Второй момент, мы не должны с вами забывать о связке текст-список литературы.
Я когда провожу консультацию, очень часто бывает такая ситуация, что человек глубоко, классно работает с текстом, потом бах, он понимал, он сразу выучил, что это вот там он взял где-то и так далее, да. И вдруг он понимает, что он не знает вообще, на что это он сослался. Для того, чтобы такого не было, текст, ссылки, список литературы у нас прям в непрерывной связке находятся. Вы вообще можете всю найденную литературу сразу же в список литературы разместить, чтобы ничего не забыть. Хотя я так совсем-то не советую делать, да, там есть свои определенные хитрости, но хотя бы так, для того, чтобы ничего не потерять. Ну и опять же, когда мы с вами работаем с текстом, мы, конечно, с вами погружаемся вот в это исследование, вот в эту новизну, в значимость и так далее. Нам кажется, что на оформление даже тратить жалко время. Поэтому то, опять же, на чем можно здесь немножечко не то что оптимизировать, да, уж не, хотя и автоматизировать в том числе тоже можно, например, и составление списка, и, например, расстановку ссылок и так далее. Да, тут автоматизация нам тоже в помощь, спасибо, что она сейчас есть. Но можно оптимизировать тем, что, например, оформление вообще отдать. То есть ваша работа на каком-то уровне готовая, например, на оформление там, ссылок, списка литературы, таблиц там, того и прочего, можно тоже кому-то поручить. Ну и если мы говорим о... А вот в дополнительном этом цикле этапов здесь возникает вопрос, целесообразно ли это делать. Ну, ответ простой, вам все равно это делать придется. Почему? Потому что, опять же, мы говорили, да, что найти литературу сразу на всю работу – это задача и не оптимальная, и не простая. Поэтому, скорее всего, вы это будете делать кусочно, и, соответственно, вот это нам потребуется, прохождение вот по этим этапам. И опять же, если все-таки нам это надо, то старайтесь не искать тогда там, по 5 источников, например. Да? То есть определите для себя какой-то условный оптимум, сколько вам нужно найти за один заход, потому что вам эти все источники, опять же, по всем этапам придется прогнать. Поэтому здесь мы с вами должны вот, аккуратно с этим повторением, вот тут опять, да. Теперь буквально, я вижу, что у нас с вами время заканчивается, я, друзья, еще, наверное, минут 10 у вас попрошу. Значит, что касается поиска литературных источников, где искать и как искать. На самом деле электронные библиотеки, безусловно, нам в помощь, и, соответственно, мы с вами ими начинаем пользоваться наиболее активно, потому что они дают очень большой объем информации. Не открываю никаких страшных тайн, e-library – один из вариантов, поиск через верхнюю поисковую строку введен. Но здесь особенность. Не обязательно, но если вы зарегистрированы, заходите в свой аккаунт, вам будет больше дано возможностей, чем если вы зашли просто как обычный пользователь. Более того, это не просто библиотека, это самый натуральный сервис исследовательский, который позволяет очень классно работать с литературой, поэтому здесь, конечно, нужно зарегистрироваться и заходить туда для поиска, исключительно понимая, что мы будем... как мы будем его организовывать, если вот не до конца владеете этими моментами, да, стоит этому уделить время, потому что ресурс достойный внимания. Еще одна популярная библиотека Киберленинка, не совсем это одно и то же. В каком смысле не совсем, потому что, например, если в e-library мы можем найти статью или монографию, она будет с ограниченным доступом по подписке, то Киберленинка – это другой проект, это проект, где он основан на открытости, и, соответственно, все абсолютно источники, которые там есть, это источники открытые. Поэтому тоже можно искать просто через поисковик, можно посмотреть расширенный поиск. В любом случае, это тоже сервис позволяет осуществить продвинутый поиск, да, для того, чтобы он был потом, результаты этого поиска вам были доступны, и чтобы вам было удобно с этим всем работать. Опять же, тоже, кто был на интенсиве, интенсив у нас был несколько месяцев назад,
пишем статью вместе. Да, мы вот про эти ресурсы говорили очень подробно, я показывала, как в них работать, какие там есть фишечки, поэтому, пожалуйста, будет следующий интенсив, приходите, если это вам актуально. Ну, естественно, мы сейчас никуда не можем деться без иностранной литературы, без иностранных диссертаций, поэтому масса вообще источников, где их найти, можно есть. Здесь я дала ссылочку на нашу группу. Группа открытая, можете к ней присоединиться. Буквально несколько дней назад я сделала 2 поста, вот сегодня-завтра сделаю еще один как раз по этому поводу. Поэтому можете там посмотреть, какие в этих базах источники, как именно эти источники вы можете использовать и задать там под постом вопросы, я вам отвечу там внутри нашей группы. Правовая информация, друзья, не рекомендую искать ничего просто через поисковик. Да, есть какие-то форумы, да, есть какие-то консультации, да, есть еще что-то. Лучше взять и поискать внутри правовых баз по той простой причине, что там вы точно можете посмотреть, где действующий документ, не действующий, как он менялся. Консультант плюс я привожу в качестве примера не потому, что он единственный, я просто проходила учебу в этой по работе с этой базой, мне она очень нравится, просто я ее использую, вот советую вам. На самом деле есть другие базы, не хуже, да, просто там другое немножко устройство, и тоже можно использовать, хранить, заказывать и так далее, то есть совершенно не обязательно иметь платный доступ к этим базам. Иногда это полезно, иногда можно без этого обойтись. Ну и если мы говорим про цифровые данные, которые нам в большинстве диссертационных работ важны, то, безусловно, здесь 2 ключевых момента и 2 блока цифровых данных нужно разделять. Это ваши авторские данные и это чужие данные. Авторские данные – это те, которые вы получите в результате своего исследования, и их вообще больше нигде нет. В этом их величайшая ценность, и поэтому, естественно, эти цифровые данные должны стать у вас как бы основой вашей новизны, значимости работы и так далее, вашего личного авторского вклада, потому что есть такой раздел, например, да, вы будете заполнять документы после защиты диссертации, соответственно, такой раздел есть, его нужно заполнить, а что именно автор-то сделал, собственно говоря. Ну и если мы говорим о чужих цифровых данных, то мы четко должны понимать, что они у нас могут быть данными исходными, да, то есть когда мы нашли до того, как мы проводим свое исследование, либо подтверждающими, когда мы уже исследование провели, мы уже результаты имеем, свои авторские данные имеем, и нам нужно как-то показать, что это я не пальцем в небо тыкнул и получил такой результат, а я получил, и мы опираемся, мы показываем, что есть еще другие ученые, которые пришли примерно к таким же результатам, но может быть другим путем. Соответственно, вот в этом ваша новизна, что вы пришли своим путем. Если мы говорим о статистических данных, то, конечно, сайт Госкомстата – это, наверное, самый простой вариант, хотя есть куча специализированных сайтов, где можно поискать под запрос, под ваш конкретные данные, да, но на сайте Госкомстата на самом деле очень много материалов. Материалы в открытом доступе, самое главное, что они есть в динамике. То есть наука все-таки подразумевает, что мы смотрим, как что-то изменялось, да, и поэтому, естественно, вот то, что там есть за много лет, это большой плюс. Кроме того, вот то, о чем мы говорили, о качестве информации. Я понимаю, что статистические данные могут с нашей точки зрения быть не очень качественными, да, но, по крайней мере, вы на них можете сослаться как на официальные данные, и, соответственно, что там есть методика расчета, они не просто с потолка взялись. Уж другое дело, нарушали эту методику специально или случайно, это вопрос философский, да, но это все равно официальные данные, мы их, естественно, используем. Какие особенности в этом смысле у нас есть? Во-первых, недостаточно просто получить классные данные. Важно эти данные подать, надо их обыграть. То есть что значит подать? Не в смысле, как их оформить, а как вы их преподнесете содержательно. То есть у вас не должно быть ощущения, что цифровые данные – это просто цифры. Это не цифры, это
цифры плюс что-то, плюс анализ, плюс выявление тенденций, плюс построение каких-то, может быть, там диаграмм, графиков, которые позволяют лучше воспринять их и так далее. Да? То есть это целый комплекс информации, который рождается благодаря тому, что у вас есть цифры. Если бы этих цифр не было, у вас бы эта информация не родилась. А потом еще один момент, это количество, опять же, да, когда мы говорим, ой, мы вообще там задохнулись в этой информации, в цифровой в том числе, тоже все время привожу этот пример по поводу цифр, когда я писала докторскую диссертацию, провела целое лето над тем, что я считала все, что мне нужно было посчитать, и получила в итоге 90 страниц, таблиц. Я была страшно счастлива, я говорила себе, Наташа, какая ты молодец, вообще супер. На самом деле хорошо, да, когда их много, но, во-первых, их нужно обработать, во-вторых, очень часто люди говорят, ну я же хочу это в текст взять. Друзья, если у вас таблица огромная, ну вот у меня по региональной экономике там 80 с лишним субъектов федерации, то есть 80 с лишним строк в таблице, ясное дело, что не каждую такую таблицу ты поместишь в текст. И это означает, что вы не должны обольщаться, что вот столько, сколько у вас есть цифр, столько вы в тексты поместите. Нет, это вы разместите в приложение, либо придумаете, как вам так подать, опять же, цифры, да, для того, чтобы они были в тексте, потому что они там виднее, ценнее и, может быть, понятнее, да. Но и в то же время, чтобы не перегрузить. Поэтому останавливайте себя, когда у вас и по цифрам есть такое желание, там больше. Ну и, безусловно, вообще надо четко знать, что цифры очень плохо воспринимаются в тексте. Сами можете почитать, да, и посмотреть. Если идет текстовка и внутри цифры, даже цифрами, да, их сложно понять, это много или мало, это хорошо или плохо. Хотя это все описано, но это для восприятия сложнее. Намного лучше, когда эти цифры представлены как-то в виде понятной схемы, графика, где-то это таблица, где-то это диаграмма. То есть подумать над этим тоже очень важно, потому что иначе ваши цифры могут потеряться. Даже самые классные, самые уникальные могут просто потеряться. Что касается информации и той ситуации, когда она может нам мешать, оказывается, такое тоже бывает. Я сейчас не ставлю себе задачу рассмотреть все ситуации, при которых она мешает. Я вообще этой серии, знаете, поставить проблему, осветить эту проблему, что она есть, и привлечь ваше внимание к тому, что если вы сами за собой это замечаете, то надо вот некоторые вещи поделать. Итак, первая проблема, которая возникает, когда информация начинает нам мешать, хотя мы ее искали, вроде здорово, и тут она нам начала мешать. Когда информации слишком много. А ответ, да, как не попасть в эту ситуацию, во-первых, останавливайте, во-вторых, ищите информацию частями, в-третьих, учитесь с этой информацией работать. Потому что многие говорят, а что там, господи, ну прочитаю там. Нет, друзья, там настолько много есть вот каких-то фишечек, да, которые, ну, важно учитывать, чтобы вот не захлебнуться. Поэтому просто если вы чувствуете, что вам ее много и вы не справляетесь, значит, нужно учиться, как с ней работать, чтобы вы ее победили, а не она раздавила вас. Второй момент. Бывает, что вы не справляетесь с информацией. То есть не то, что ее много, а она, например, слишком разная. Или, например, информация есть, а вы не знаете, что важнее, что менее важно. То есть, ну, например, начинать с цифр или начинать с литературы, делать сначала обзор или проводить свое исследование. То есть вы просто запутались в ней. Да, то есть в этом смысле она тоже на вас давит, она вам тоже, получается, мешает. И здесь уже тогда другой момент. Здесь нужно не количественно работать с этой информацией, а в том числе и позаниматься вот немножко пониманием того, как правильнее выстроить вашу работу. Да? Потому что здесь очень много специфики, именно связанной с тем, по какой специальности вы пишете тему, потому что любой технарь вам скажет сначала исследование, а потом текст, да, а гуманитарии вам наоборот, и научные руководители вам скажут, как ты без теории будешь делать что-то, да, то есть здесь, а если мы возьмем там медиков или музыкантов, то есть вообще совсем вот такие специфические вещи, то там совсем будут какие-то особенности, да, поэтому
Здесь, во-первых, научиться понять все-таки, что зачем следует в вашей сфере. Ну и, конечно, попытаться, может быть, в том числе и какой-то тайм-менеджмент применять, да, как-то ограничивать, чтобы у вас, что называется, не было вот этого вот перегруза, связанного с тем, что информация разная, ее нужно обрабатывать. Устраивать себе вот какое-то временные какие-то рамки работы с информацией. Ну и, пожалуй, самая такая важная проблема, которую очень редко, когда человек сам про себя замечает и сам про себя видит, поэтому я на этом хотела завершиться, чтобы привлечь наибольшее внимание к этой проблеме. Дело все в том, что очень часто, смотрите, работа аспиранта-докторанта, она очень многообразная, да, но если ее вот прям свести до примитива, то это, грубо говоря, поиск литературы, работа с литературными источниками, да, и подготовка текстов статей, текстов там, диссертаций, рефератов и так далее. И вот очень часто бывает, и если вы вдруг за собой это замечаете, вы прям обратите на это внимание, что на самом деле написать текст диссертации не так легко. И когда вы садитесь писать, вот какой-то возникает ступор, какая-то боязнь, какая-то пауза, остановка и так далее. И вдруг у вас приходит в голову мысль, что так я, наверное, не до конца тему понял, поэтому у меня текст не пишется, поэтому мне надо начать искать еще какие-то литературные источники и их почитать. Вот это, друзья, скорее всего, если у вас литературных источников много, если вы в тему погрузились, если вы ей владеете, уже какое-то время над ней работаете, скорее всего, вы сбегаете, то есть вы себе ищете работу, которая связана с подготовкой диссертации, но она не связана с написанием текста. И одной из излюбленных стратегий убегания является поиск новой информации. Поэтому если вы чувствуете, что это про вас, просто принудительно себя останавливайте, просто садитесь и начинайте писать текст. Опять же, если не знаете как, приходите на курс. Рассказываю, как снять этот барьер, с чего начать, как себя поддержать и так далее. Хотя у нас такие темы с вами тоже будут чуть позже по поводу неких мотивационных и там стратегических задач. Поэтому очень рада, что вы приходите, и жду вас на следующие встречи, которые будут уже скоро-скоро. Что касается, опять же, чисто вещей, которые вам могут быть полезны, присоединяйтесь к группам, которые я веду. Честно говоря, я не выкладываю там информацию каждый день, но информация там появляется регулярно, где вам удобнее, туда и присоединяйтесь, либо ко мне в друзья, либо в саму группу. Группа, кстати, есть ВКонтакте, если у вас нет аккаунта на Фейсбуке, напишите мне, я вам адрес группы ВКонтакте тоже дам. Ну и, естественно, если у вас остаются вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, меня, друзья, напишите на почту, я вам с удовольствием отвечу, если вдруг какие-то вопросы, может быть, я что-то упустила, потому что я в конце уже спешила, да, чтобы как-то не сильно вас задерживать, и поэтому с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас остались. Что касается презентации, друзья, презентацию я не выкладываю ни разу, никогда, поэтому запись будет, как всегда, на канале, поэтому, пожалуйста. Я надеюсь, что встреча была для вас полезной. С удовольствием приглашаю вас на предстоящие встречи. Павел Юрьевич делает рассылку и делает информацию на своих страничках, поэтому, пожалуйста, буду рада вас встретить.